Всем доброе утро. Привет из Латвийского. Сегодня у нас отличная погода. Пятница. 11 июня. Вот такие вот розы становятся. Цветут. С утра пораньше чирикают всякие воробушки. А я отправляюсь на море. Показать вам все, что творится в Латвийском с утра пораньше. Здесь пока солнышко прерывается. Дом мешает. Но на море будет тепло и хорошо. Увидимся там. Да, кстати, обратите внимание, нанесли разметку на дорогу свежую, а это значит, скоро придут эвакуаторы. Так что имейте в виду, ставьте автомобили так, как положено. Здесь вот какой-то фрагмент можно вставить, а где-то уже нельзя, где-то уже сплошная. То есть на качельках можно будет сфотографироваться, и на фоне не будет какого-нибудь грузовичка. Итак, друзья, еще даже нет 8 часов, а мы уже с вами на море. Очень яркие краски, красивая картинка, цвета. Море отличное, практически полнейший штиль, приветствую. Сейчас посмотрим, какое море. Вы не поверите, что еще недавно наштормило. Уже отдыхают люди. Я тут шарюсь с камерой. Уже и купаются вон там вдалеке. Вот оно какое море. Что могу сказать? Во всяком случае, она очень спокойная, тихая. Выделили уже детскую зону. Что касается чистоты воды. Буду откровенен с вами. Пока она еще недостаточно чистая. Ну, я так думаю, дело времени, денек другой, и все будет хорошо. Уже плавают люди. Кто-то вдалеке, вон мужчина. Кто-то около берега, естественно. Как это логично. Само по себе. Катамараны вас уже ждут. Народ просыпается. И все приходят на море. Температурку подсмотрю. И обязательно вам напишу название ролика. В общем, вот так вот. Всем доброе утро. Доброе утро, солнечно и спит. Пока.